Сегодня у нас большая игра. Мы смотрим полуфинальный матч Кубка. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте. Всем привет. На стадии полуфиналов в Кубках становится все особенно интересно, потому что до финала остается один шаг, потому что из полуфинала уже никто не хочет вылетать, и потому что в полуфинале этот трофей приобретает вполне реальное очертание. Поэтому сегодня будет жара. Давайте смотреть. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. А это стартовая расстановка гостевой команды. Центральная роль здесь отведена плеймейкеру. Он, наверное, будет периодически смещаться вперед, как при схеме 4-3-1-2. Полуфинальный матч уже начался. Значимость этой игры, думаю, подчеркивать не надо. Ее все прекрасно понимают. Да, тут все просто. Одна из этих команд окажется в финале. Другая, к сожалению, покинет турнир. На секунду бы попозже начать это открывание. Может быть, и не было бы офсайда. Хорошо мяч перехватили в атаке. Он накручивает соперников одного за другим. И счет матча открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Вот что бывает, когда игрок не боится брать на себя игру и смело идет в обводку. Такие моменты начисто деморализуют противника. Да, смелость города берет, хотя в данном случае, похоже, город сдался без боя. Тренер, конечно, рад этому голу. Его команда повела в счете. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Семель Жиго. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Владеет мячом команда и выбирает момент. И пробил игрок. Мимо, но было довольно опасно. Да, чуть точнее, и счет снова стал бы равным в этой игре. А вот это может быть опасно. И пробил.
Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы. И как здесь голкипер ошибся? Да, вот такой игры от вратаря ждешь меньше всего. Счет снова равный, 1-1. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Выше ворот пробил. Да, здесь надо было в определенной верхней точке мяч на голову поймать, но на этот раз не получилось. Виктор и Барба. Навес не получился, мяч будет введен в игру ударом от ворот. Вот так забивался гол, и мы смотрим повтор. Как же ошибся тут голкипер, четко на повторе видно, это он подарил гол сопернику. Как вариант продолжения напрашивается навес. Защита первая на мяче, вынос. Это угловой удар. Самое скопление игроков, угловой подан. Борьба на втором этаже успеха не принесла, удар пришелся мимо цели. Но если команда продолжит так напирать и давить, я думаю, соперник в конце концов все-таки дрогнет. Замеда. От головы в ворота. Класс! Прекрасный удар головы, почти без шансов для вратаря. Все-таки сумел достать мяч головой и не оставил вратарю ни малейшего шанса. Знатный гол получился, что и говорить. Просто идеальная передача была. Тут хочешь, не хочешь, а забьешь. Да, выложил мяч буквально на блюдечко. Хорошая подача тут и отличная игра головой. Да, отличный гол получился. Разыграли стандарт, они действительно грамотно. Радуется тренер. Пока все складывается для его команды удачно. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Здесь защита справляется. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Вот это пас прекрасный. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Очень дальний удар. Таким вряд ли можно забить. Ну вот, собственно, и все. Удар от ворот.
Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке, как он работает с мячом. Всех обыграл. Замена. Нет, не попадает мяч в ворота, но близко к этому. Мяч перешел к другой команде. И навес на ближнюю штангу. Не стал мяч ловить вратарь, кулаками его выбил. Очень неточным этот удар получился. Бил с лета и выбрал, наверное, не тот момент для удара. Мяч прошел мимо ворот. Мяч уходит на угловую. А вот и повтор опасного момента. Сегодня стандартно надо постараться использовать по максимуму. И болельщики это прекрасно понимают. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Лишний повод повторить: вратарская площадка – это дом голкипера. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Это штрафной. Денис Глушаков. Замена. Навешивать надо. Подает на ближнюю штангу. Выбивает вратарь мяч после навеса. Опасно! Отлично он играет сейчас. Мяч у соперника. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Решил пробить. Спасает свою команду от гола этот игрок. Отличное спасение. И это полевой игрок снова. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Виктор Ибар. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. Игра остановлена штрафной. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Тут немного силовой борьбы, но мяч он пока сохраняет. Вперед идет атака. Интересно может быть. И открывается партнер под атаку. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Как следует принять мяч игрок не сумел, а соперник тут как тут.
Виктор и Барбо. Ну и где же навес? И подает в штрафную. Хороший удар, чуть точнее был бы гол. Сложный удар он наносил, бил с лету и пробил действительно довольно опасно. Вратарь рад, что мяч не попал в створ ворот. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Пересек мяч в боковую линию. Потери и у соперников мяч. Прекрасная игра защитников штрафной. Нет, не дошел этот пас до адреса. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Тут все очевидно, будет штрафной. Этот арбитр, видимо, достает карточку только в самых крайних случаях. И посчитал, что в этом эпизоде достаточно провести воспитательную беседу. Знаешь, по-моему, у него все-таки была мысль достать карточку. Даже рука потянулась к карману, но в итоге обошлось. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную. Подает штрафную. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Мяч уходит на угловую. Самое скопление игроков угловой подан. И выносится мяч из штрафной. Роман Зобнов. Вот так надо играть в обороне. Вовремя блокировать удар. Пять минут добавляет судья. Ничего себе. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Почти не ошибается он сегодня в передаче. Отважился на удар издали и почти попал. Да, удар получился плотным, но вот точности ему не хватило. Это было близко к голу, однако чуть-чуть удачи не хватило. Какой удар хороший получился. Жаль, что не гол. Был бы гол красавец. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Искал он партнеров, но нашел только вратаря соперника. Команда выигрывает после первого тайма, но все помнят о том, что полуфинал играется в два матча, так что у нас впереди еще много времени. Но я бы все-таки еще отметил команду лидирующую. Они здорово подготовились к этому матчу и, мне кажется, полностью выполнили установку. Команда на поле, арбитр дал свисток, и второй тайм полуфинала Кубка стартовал. Посмотрим, как изменится игра по сравнению с первым таймом.
Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Это мимо. Если не забивать такие моменты, то как тогда вообще забивать? Нельзя разбрасываться такими моментами, ребята, ведь расплата может прийти незамедлительно. И подача туда, в сторону ворот. И покидает мяч штрафной. Легко справляется вратарь с этим моментом. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Очень хороший первый тайм в его исполнении мы видели. Команда пока вы. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Поднимает флажок, боковой арбитр. Поторопился атакующий игрок, залез в офсайд. Виктор и Барба. Бить надо и сравнивать счет. Мимо цели. Такие моменты нужно забивать. Это была замечательная возможность сравнять счет. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Выбивал! Правильно! Трибуны однозначные реакции ответили на решение судьи не ставить 11-метровый удар. Глушаков. Количеством они будут брать в обороне. Сложно пройти к воротам сопернику. Отлично, игрок заблокировал этот удар. Команда уже ведет в один мяч и с этого углового может забить второй. Подали мяч с углового в центр штрафной. Выбит мяч из штрафной. Очень дальний удар. Таким вряд ли можно забить. Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. И мимо бьет. Вроде сделал все как по учебнику, а пробил выше ворот. Хорошо играет сегодня в пас. Очень высокий процент точных передач. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Ошибся с передачи, и мяч ушел за пределы поля. С этой заменой у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать.
Мяч перехвачен. Плохо сыграл. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Футбол — быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Потери и мяч у соперников. Странный пас получился за боковую. Замена. Поле покидает один из лучших игроков матча. Только послушайте, как благодарят его болельщики. И действительно есть за что, ведь на нем сегодня держалась вся команда. Титул лучшего игрока матча у него в кармане. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Разгадали замысел соперника они и завладели мячом. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Двадцать минут осталось играть. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Нет, не пойдут они в прессинг, будут ждать, пока соперник сам подойдет к ним поближе. И мяч в воздухе после такого выноса. Решил пробить. Накрывает этот удар игрок. Отличное спасение. И это полевой игрок снова. Мяч перешел к другой команде. И удар! Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. И это удар! Вы знаете, есть такая опция — тренировка удара. Эмоционально реагирует тренер на этот промах. Но его команда все еще ведет в счете в один мяч. Виктор и Барбо. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Все решится в ближайшее время. Ух, какая нас ждет концовка. Торрес ждет там мяч. Выбит мяч из штрафной. Трибуны вовсю. Получает он эту передачу. Может быть опасно. Защитник молодец просто. Как здорово сыграл. Потери и у соперников. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой.
Виктор и Барбо. Нужно сейчас найти в себе силы на хорошую подачу. Это может быть их последним шансом сегодня. Мяч летит в центр штрафной. Ничего не получилось создать на этом стандарте. Вратарь во всем виноват. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Ох, какой момент-то мог бы возникнуть. К вратарю мяч прилетит. Слишком сильная передача. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Ушел мяч, аут. Накрывают его прессингом. И подача туда, в сторону ворот. Удар? Точно. Четыре минуты добавил судья к основному времени матча. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. И мяч у вратаря, без труда он его забирает. Фернандо Торрес. Виктор Ибарра. За матчи пару минут до спасения, один гол. Лови момент, как говорится. Ну вот и окончена эта игра. Счет зафиксирован 2-1. Побеждают они в первом матче полуфинала. Важная победа сегодня добыта. И с преимуществом они выйдут на ответный матч. Тренер просто обязан будет после такого настроить свою команду на дальнейшую борьбу и найти необходимые слова, чтобы поддержать своих футболистов.